Господи, и чудные дела Твои, и не нужно слово довольное будет всеми.
Да не единому слову довольно будет пение чудес твоих. Велиси, Господи, и чудны дела твоя. И не единому же слову довольно будет пение чудес твоих. Ты бо хотением от несущих твои забытий привели всяческое, твоей державою содержащий тварь, и твоим промыслом строящий мир ты от четырех стихий, тварь сочинивый, четырьми временами крупле завенчал и семь. Тебе трепещет умные все силы, тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещет бездны, тебе работают источники, ты простерлись и небо, я попозже ты утвердилась и землю на водах. Ты оградилась и море песком, ты стрика дыханием воздух пролиял и сил. Ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются. Многочисленные херувимы, чистые крылатые серафимы, опрестоящие, обретающие, страха неприступные, славы твои покрываются. Ибо Бог сей, неописанный, безначальный же, неглаголный, пришел если на землю зрак, раба прием, в подобие человечества был. Ибо терпел если владыка милосердия ради милости твоя, за эти дьявола мучима рода человечества. Но пришел если и спас если нас, исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяние, сестра нашего рода, освободил если, девственную освятил если утробу рождеством твоим. Вся тварь воспевает чаявшегося ты бы, если Бог наш на земле явился, если человеке пожил, если иорданские струи осветил, если ты весенний спасал, если так от твой дух и главы там и везде, если пришел, если змея, чтобы человек или царю приединый, наитим, наитим, все так от твой дух, освети воду сию, чтобы человек любший царю прииди, и ныне наитим, все так от твоего духа, освети воду сию. Чтобы человека любче царю приеди, и ныне наитим святаго твоего духа, освети Божу сию, и дать благодать, избавление, благословение Иордана, сотворение, зрение, источник, освящение, да, грехов, разрешение, и духов, исцеление, демонов, все купитель, все противные силами, преступную, ангельские крепости, исполнену, добежат от нее, не наветующие сознанию своему, как имя твое, Господь, призвавшись, и славное, страшное, это Володя был. Лежат только на двери. Весу мне. Мозгов нет, а не весу. Обращение помыслов и не тех мысли наводя. Но ты вот для всех покажи воду сию, воду избавления, воду освящения, освящение плоти духа, слабо уст, ослабление привлечений, просвещение душ, бани пути быть обновление духа, иноположение, дарование, деяние, нетление, источник жизни. Ибо если, Господи, жмитесь и чисты будете, отымите лукавство от дух ваших. И даровал если нам свыше паки рождения водой и духом, явите Господи на воде сей, и дашь притвориться в ней крещаемому. Воеже отложите оба ветхого человека, леемого в похоти, в прелести, облечите земного, обновляемого по образу создавшего его, добыв, даст им подобие смерти твоя крещение, мокрик воскресенье будет, и сохраним дар святаго твоего духа, и возрастив залог благодати, примет почесть горнего звания, и сотрясется перворожденным написанным детах, тебе возник. Тебе, Божий Господь наш, лечит и святых, тебе подобает слава, держава, честь и поклонение. Вместе с обезначальным твоим отцем и пресвятым благим и творящим Бог Духом, ныне пресном и во веки веков. Аминь. Крещается раб Божий Валерий, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь.
Надо на ту лодку хотя идти. Весла, отдай. Весла и подушки. Крестик у тебя где лежит? На шее, на нем. На шее? Просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого спросуся. Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого убоюся. Господь, просвещение мое. Послание святого апостола Павла, чтение. Братья и лица во Христа Иисуса крестихомся, смерть его крестихомся, погребохомся, оба ему крещением смерть. Да яко же восста Христос от мертвых славы очию, так и мы в обновлении жизни ходить начнем. Аще был сообразней быхом подобию смерти его, то и воскресенье будем. Сие ведище, яко ветхий наш человек, с ним распяться,
да упразднится тело греховное, яко к тому не работайте нам греху, умири, бо оправдись от греха, аще ли умропом со Христом веруем, яко и живы будем с ним, видяще, яко Христос воста от мертвых, к тому же не умирает, смерть ему к тому не обладает, еже бо умре греху, умре единою, а еже живет, Богове живет, так уже и вы помышляйте себе, мертвым убобыте греху, живым же Богове, о Христе Иисусе Господи нашем. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем! От Матфея святаго Евангелия чтение. Но 11 учеников пошли в Галилею, в гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а некоторые усомнились. И приступив, Иисус сказал им глаголя: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учая соблюдать все, что повелел вам. И сие с вами есть во все дни, до скончания века. Аминь». Слава тебе, Господи, помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Вещи молимся православному епископу Российской Церкви, господине нашим высокопреосвященнейшим, митрополите Иларионе, первоархе Русской Православной Зарубежной Церкви, епископе Евтихии, все во Христе братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о многострадальной стране нашей российской, православных людях ее, в Отечестве, в России, несущих о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся по милости жизни, мире, здравии, спасения, оставления грехов, раба Божия, восприемника Виктора. Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, еще молимся о новопросвященном рабе Божьем Валерии, о еже сохранено быть ему в вере чистого исповедания, во всяком благочестии же исполнении заповедей Христовой, во все дни жизни его. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив и человека любит Бог, если тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Чистейшая, херувимая, славнейшая, без сравнения и святым, единственная Бога Слова, Отчая, Сущая Богородица, Тя Величая. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвен Пречистится Матери, и святых славных и святых апостолов, преподобных Богоносцев, Отец наш и Христос, святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так вот отсюда, смотрите, мы встанем как бы вот здесь на фоне озера. Ну потом, или сейчас. Все, да, все, мы закончили. Вы решили, наверное, может быть, еще какие-то и вот мы сделали церковь, доделали, и как вот это же тайна. Здесь видишь.